В Шумерле из-за аварии на магистральном трубопроводе по улице Горького прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 42 многоквартирных жилых домах и 3 детских садах. Михаил Игнатьев взял ситуацию под личный контроль и поручил всем службам немедленно приступить к устранению последствий. 30 октября оперативной дежурной службы главе республики было доложено об отключении горячего водоснабжения и теплоснабжения 42 домов и 3 детских садов, порядка 3500 жителей города Шумерле. Главой республики данная ситуация взята под личный контроль. Все службы в соответствии с его поручением сегодня задействованы. Это в первую очередь МУП Теплоэнерго города Шумерле, Министерство строительства Чувашской республики, ну и, соответственно, дежурная служба ГКЧС Чуваши. По оперативной информации сейчас завершается слив горячего водоснабжения из труб. Обнаружено прорыв, это диаметр трубы 300 мм. Сегодня планируется до конца вечера приступить к сварным работам. Планируется устранить аварию в течение суток.